Всем здравствуйте! Народный артист России, бывший солист Большого театра Владимир Никонов, покинул этот мир в возрасте 82 лет. Об этом сообщает агентство «Новости». Пресс-службы Большого театра рассказали, что Никонова не стало 25 августа в московской больнице номер 67. Владимир Никонов родился в Москве, окончил Московское хореографическое училище и в 1957-1978 годах был солистом Большого театра. Исполнял основные партии в «Жизели», «Лебедином озере», «Ромео и Джульетте». С 1978 года стал педагогом-репетитором. Среди его учеников – Виктор Барыкин, Валерий Анисимов, Денис Матвиенко, Давид Мотосаарес и многие другие. Оба сына Никонова также стали артистами балета. Как сообщали ранее, на прошлой неделе стало известно об уходе балерины Ирины Савельевой. Народной артистке Белоруссии не стало на 89-м году жизни. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.